нам французский фигурист Шафит Бессигье. То есть его сумма за технические элементы самая низкая, 18,4. Даже 20 баллов он не набрал. Просто невероятно. Петер Либерс. Фигурист из Германии, но у него в Акиве нет четверного. Но зато он очень хорошо исполняет каскад, тройной флип, тройной тулуп. Ну что ж, достойное выступление лидера немецкого одиночного катания. Питер Либерс пропустил первую половину сезона из-за травмы, поэтому трудно было ожидать и предполагать, в какой он находится в форме. Но все у него получилось, ну, практически все. Хотя у него нет четверного, но начал он с великолепного исполнения каскада, тройной флип, тройной тулуп. Ну, не самым лучшим образом был исполнен тройной аксель с помаркой. Ну, а тройной лутц был исполнен на самом высоком уровне. Почти 40 баллов набирает он за технические элементы. Ну и все теперь будет зависеть от его оценки за компоненты программы. Потому что он где-то реально претендует на то, чтобы быть, не знаю, третьим. Во всяком случае, сейчас может побороться за третье место с Максимом Кофтоном. Ситуация сейчас такова. Хавьер Фернандес в отрыве 89-24. Сергей Воронов 81-06 на втором месте. Кофтон 78-21 на третьем. Ну и где-то рядом сейчас может оказаться немецкий фигурист. На расстоянии вытянутой руки.
Нет, все-таки он должен уступить Ковтуну, потому что оценка за компоненты программы у него где-то в районе 7,3, то есть ниже, чем и у Ковтуна, и тем более у Воронова. Он будет четвертым, судя по всему. Это был предпоследний участник, ну и вмешаться в тройку лидеров, а тройка на данный момент, как я уже говорил, Фернандес, Воронов, Ковтун, Михаил Бжезина попытается. Неровно выступает он в этом сезоне. Сам фигурист доволен, действительно, такой перерыв у него был. Залечивал травму. Так, 36-43 за компоненты. Он четвертый, да, 75-48. Четвертый. Уступил он Кофту, но где-то порядка чуть меньше 3 баллов. Тренеры довольны, я бы даже сказал, счастливы.